В станице Преградной прошли всероссийские соревнования среди студентов по спортивной борьбе, посвященные памяти героя России генерал-майора авиации Канамата Баташева и 78-й годовщине Великой Победы. 350 спортсменов из 20 регионов страны приняли участие в трех видах борьбы. На открытии турнира побывал Алихан Лепшоков. Всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди студентов собрал лучших борцов со всех регионов страны. Схватки проходили по нескольким дисциплинам. Греко-римская, вольная борьба среди парней и девушек. От имени главы республики всех участников поприветствовал председатель Народного собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Сегодня мы проводим эти соревнования под эгидой нашей партии «Единая Россия». И мы никогда не должны забывать подвиг нашего великого земляка, который прославил нашу республику. И вся страна узнала, что у нас есть такой герой. Данные состязания посвящены памяти героя России Канамата Баташева. Именно на примере таких людей необходимо воспитывать нашу молодежь, отмечали собравшиеся. Это нужное дело, наши младшие должны сдать подвиги наших старших и, конечно же, низкий поклон фамилии Баташевых за такого уважаемого старшего сына. И хотел бы пожелать всем спортсменам, чтобы победил сильнейший, а болельщикам ярких схваток. Организаторы соревнования уверены, что масштабный турнир будет способствовать укреплению дружеских отношений между различными спортивными школами борьбы регионов России. Сегодня мы вспоминаем героя России, генерал-майора авиации Канамата Кусейча Баташева, и посвящаем его память эти спортивные соревнования. Хочу пожелать участникам соревнований красивой и честной борьбы. Пусть победят сильнейшие. В состязании принимали участие борцы-студенты из Мариупольского государственного университета имени Куинджи Донецкой республики. Преподаватель этого вуза и судья международной категории Андрей Матиченко выразил свою благодарность организаторам соревнований. Мы очень благодарны. Мы от нашего университета привезли письма благодарности. Еще раз верим, что город наш возродится, и мы сможем достойно представляет свой край на таких престижных соревнованиях. На открытии присутствовали известные спортсмены, которые поздравили участников и наградили тех, кто помог в организации турнира. Все так четко, на уровне, можно сказать, я в разных местах побывал. На уровне проводят соревнования. Очень все круто, все хорошо, организация супер. Процветание им в дальнейших, чтобы еще больше было таких соревнований. Высокую технику и волю к победе демонстрировали участники соревнований. Эти состязания помогают приобретать необходимый профессиональный опыт, отмечают борцы. Это большой опыт для нас. Очень помогает нам в борьбе в будущем, чтобы мы лучше выступали на таких всероссийских международных турнирах. Моим партнерам по команде хочу пожелать удачи, чтобы им повезло больше, чем мне, чтобы они выиграли все свои встречи. По итогам соревнований три медали завоевали борцы нашей республики. Серебро у Денислама Болурова и Ануара Чагарова. Бронзу взял Марик Шебзухов. Победители разных весовых категорий примут участие в чемпионате России и на международном фестивале университетского спорта. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия, Урупский район.